Сейчас перед нами такой гриб, как сморчок конический. У него есть всегда ножка. У него шляпка вся в сотах, но соты немножечко удлиненные. Бывает он темнее, бывает светлее. Все зависит от того, сколько света на него попадает. И вот видите, у него удлиненная шляпка. Еще его называют сморчок высокий. В этом году я встречаю такой гриб впервые. Как видите, это такой крупненький экземплярчик. И здесь вокруг растут маленькие. Сейчас я покажу вам их маленькими. И покажу даже подсохшими. И вот сейчас у нас начало апреля, эти грибы пошли. Чаще всего они начинаются где-то к концу апреля, к началу даже мая. Вот это именно уже сморчок. Не сморчковая шапочка, не старчок, не торчок, а именно сморчок. Один из видов. Вот еще один сморчок, но посмотрите на его размеры. Этот вы видели, это совсем крошечный. Они вырастают и больше, чем как этот. Но сейчас чаще встречаются мелкие. Гриб-сморчок конический – это съедобный гриб. Очень хороший съедобный гриб и очень красивый в разрезе. Если его разрезать не продольно, а вот поперечно, на кружочке, то получится что-то наподобие шестеренок. Я вам это сегодня покажу. Вот. Также этот гриб внутри пустой. И если экземпляр большой, его можно фаршировать. То есть в его пустоту очень хорошо забивается фарш, достаточно ему там места. И потом получается интересное блюдо. Сейчас у нас сухо, очень сухо, прохладно и сухо. От этого эти грибы больше сохнут, чем растут. Так что оставлять маленькие экземпляры нет никакого смысла. Буквально за пару дней они могут превратиться в то, во что превратился следующий сморчок, который я покажу. Это тоже сморчок конический, но он не должен быть вот таким вот подсохшим. Видите, это я по нему шкребу, то есть он очень засохший. Внутри ножка с пустотой. Видите, эта пустота продолжается аж до конца шляпки. Вот видно, что внутри там уже соты. Вот. Он полностью сухой. То есть все мелкие грибочки, которые я нашла, буквально через пару дней, вот они еще не такие сухие, они все подсохнут и испортятся. Так что нет смысла сейчас их оставлять. А так вообще, да, за пару дней они вырастают очень приличными. Разрежем этот гриб продольно, не шестеренками. Шестеренками для готовки буду резать. Видите, аж ломается прям. Внутри у него вот такая пустота. Полная пустота. Вот, аж до самого верха. Видите, аж сохся весь. Вот, ножка не отделяется. Она со шляпкой соединяется. Вот здесь вот такая перепоночка. Вот она ножку переводит плавно в шляпку. Таким вот образом отличается от сморчковой шапочки. Так что переходит ножка в шапочку. Вот так вот, плавно. А с этой стороны и не скажешь. Видите, на срезе вот эти вот борозды такие. Вот соты поближе. Они удлиненные немножко. Такой сморчок конический. Сморчок конический имеет такой сморчковый запах. Вот есть у сморчка, не у сморчковой шапочки, а у сморчка съедобного, например. Он же сморчок обыкновенный. У него тоже такой же запах. Очень вот сморчковый типичный запах. На что похоже? Я даже не скажу. На сморчок похоже. Местность, в которой я сегодня встречаю сморчок конический, это у нас березы, периодически осины. Это у нас лиственное дерево. Это у нас, скорее всего, черемуха. И вот под ней, на таком лиственном опаде, с присутствием такого растения, как чесночница черещатая. Видите? Вот. Видно, что листочки это у нас осиновые. Да?
веточки и на вот этой вот подстилочке и встречается этот грибочек сегодня. Растет он прямо из земли. Заметить очень-очень тяжело. Бывает, вот так вот идешь и не замечаешь. А вот это, вот, чтобы вы знали, уже сморчок конический. Вот. Прямо из земли, не из веточки. С куска земли. Ножечка мелкая. И сам грибочек. Так что повторюсь. Очень сухой гриб сейчас. Видите, вот здесь кончик подсох. Вот. Так что собираем их даже маленькими, потому что нет смысла отставлять их. Ну что, посохнут они? Дай посохнут, никому не достанутся. А вот этот мелкий вообще вот подсох, я его даже брать не буду. Вот так еще может быть. Немножко расскажу о приметах. Вот говорят, что должны сережки попасть с осины, и тогда идут сморчковые. Вот как раз сережки эти уже и опали. Вот они уже даже умудрились потрухнуть. Вот такие вот приметы. И на данный момент они соответствуют. Я думаю, многим стало интересно, что за трава еще вместе со сморчками лежит. Это у меня побеги, молодые побеги хмеля. Также можно их готовить. Сегодня сделаем вместе со сморчками побеги хмеля. Вот это у нас дикий лук. Здесь хорошо так вырывается. Вот. Также съедобное растение. Показывала вам уже. Оно выглядит как лук. У него перышки такие кругленькие. Тоже возьму с собой. Улов сморчков сегодня у меня никакой, но я все равно покажу, что с ними нужно делать, как их готовить. Ну, и покажу вам эти шестеренки. Если вам интересно, смотрите дальше. Сейчас мы будем готовить. Мы будем готовить сморчки и побеги хмеля. Я думаю, что такого вы еще точно не видели. Разложим все ингредиенты отдельно. Лук у нас будет для украшения. Это у нас побеги хмеля. Сам хмель в пищу не используется, а вот такие вот побеги можно приготовить. Для начала их обязательно нужно отварить. Отрезаем жесткие части. Вот он немножко привял, вообще он был очень такой свежий и хороший. Вот это мы отварим. А сейчас мы вспомним про шестеренки. Что же я обещала? Смотрите, если
сморчок конический разрезать таким вот образом и порезать его, ну-ка, это экземплярчик покрупнее, на колечки. Смотрите, что получается. Маленькие колечко. Вот. Очень интересный вид. Если их пожарить в кляре, если их несколько, получится очень красивое блюдо. Ну, остальные все сморчки мы разрежем продольно, потому что все это будем жарить. Жарю я сморчок конический без отваривания. То есть сморчковую шапочку варить нужно, а вот такой вот гриб нет. Такие получаются жареные сморчки с побегами хмеля и с диким луком. Вот еще орешками посыпала. Очень съедобное, ароматное, пряное блюдо. Конечно, не хватает какого-нибудь гарнира, например, гречечки. Вот. Но очень вкусно. Очень. Без отваривания, просто пожарила. Также побег хмеля имеет особый вкус. Он такой немножко ореховый. Похож на жареную цветную капусту. Поэтому, если вам интересно, тоже можете приготовить такое весеннее съедобное блюдо со сморчками из дикорастущей зелени.